Ограничение курения в общественных местах оказалось самой действенной мерой по снижению числа курильщиков в России. Об этом сообщил в ходе совещания в Сочи директор Департамента общественного здоровья и коммуникации Минздрава России Олег Салагай. По его словам, в России наиболее комплексный антитабачный закон, и все независимые исследования показывают снижение потребителей табака. Так, за время активной антитабачной кампании с 2009 года количество курильщиков в России снизилось примерно на 25%. При этом отмечается, что снижение произошло из-за вступивших в действие норм, которые считаются наиболее эффективными – запрет рекламы и ограничение курения в общественных местах.